Договор с Орионским Содружеством – это договор со светлыми. Существует ли такое содружество, или снова маскируется? Очень много сущностей, которые маскируются. Сейчас в интернете достаточно есть людей, которые рассказывают про то, какие созвездия, говорится, наши, какие не наши. Да? То есть славяне Арии прилетели созвездие Большой Медведицы, насколько я помню, в которой есть разные планетарные системы, разные галактики. Сейчас я не готов вам ответить конкретно. Эту информацию можно найти в интернете. Можно посмотреть у Трехлебова, можно посмотреть что-то у Тюняева, Андрея. Есть цивилизации, которые выдают себя за наших друзей. Причем, что интересно, что они могут говорить какую-то информацию, в принципе, полезную и соответствующую действительности, но все равно будут преследовать свои мысли. Если вы настраиваетесь на их источники, то они начинают управлять вашим вниманием, настраивают вас на себя положительно, потом начинают использовать вашу энергетику и как бы, ну, вампирить на вас. Чтобы узнать, если у вас нет никакого источника информации, узнать, какое созвездие именно ваше, да, вот правильно, вы берете просто название, которое вы слышите, про себя успокаиваетесь, про себя спокойно повторяете, беспристрастно, то есть не, без отношения, без положительного или отрицательного. Какое-то время повторяете внутри, вы чувствуете, у вас позитив идет или негатив. Вот если вы долгое время это уже не смотрели, а вот первая пришла информация, да, то по звучанию, а название оно соответствует качественной характеристике того, кто там живет в данный момент, да, то есть вы считаете эту информацию, вам ангел-хранитель поможет, вы почувствуете, это та цивилизация или не та цивилизация. А кроме цивилизации как бы светлых и паразитических, еще серые цивилизации, да, которые, например, через которых напрямую не идет демонизм, но у них есть интересы, которые, в общем-то, не имеют с нашими интересами ничего общего, да, которые напрямую не являются паразитами, но вот у них есть интересы, которые для нас опасны. То есть они с такими цивилизациями иногда даже сотрудничают, да, но вот они иногда могут переходить грань. Если у них, например, на планете катастрофа, они могут захватить и нашу планету. Если у них на планете хорошо, они нас трогать не будут и никакого вреда приносить могут и не приносить. То есть они как бы не настроены на агрессию, пока им не стало плохо. Все-таки как-то я настраиваюсь на какой-то источник информации, я просто считываю, что идет от названия. И считываю, что идет от этого источника. Есть такие техники в биоэнергетике, некая программа, когда вы на что-то настраиваетесь, есть три элемента. То есть первое – это внутреннее состояние, второе – это защита, третье – это анализ. Когда вы используете третьих вещи, включается интуиция, и там, где вы не можете что-то понять, на уровне вот чистого понимания, интуиция вам дает код. Это твое или не твое, это можно или это нельзя. Насколько я помню, с Орионом там что-то не то. Это, скажем так, не совсем наше. Но вот все-таки лучше проверить. Я в интернете посмотрю людей, посмотрю источники. Может быть, в следующий раз что-нибудь расскажу.